Всем привет! Сегодня у нас на обзоре Toyota Premium 2016 года выпуска 1.8 литра в комплектации XEX Package предмаксимальный на штатном оригинальном дорогом литье R16 для хорошей летней резине Bridgestone. Задняя часть автомобиля притемненная, так как это хорошая комплектация, одна из максимально возможных, точнее молдинги дверей, хромированные ручки, так как это Toyota Premium, а не Allion, без ключевой доступ, автоматическое складывание зеркал, полный сейфти пакет, диодная оптика, сонары, парктроники, туманки. Водительская электросидушка. Так, контроль полосы, столкновений, предотвращение, автоматический дальний ближний. Руль косточка, кожаные вставки, многоформатный магнитофон, Bluetooth, SD-карточка, DVD, CD и многое другое. Также у нас есть помощь при парковке. Это опускание полотен зеркал. Автомобиль аукционный, 4,5 балла. А салон, напомню, это максимально возможная оценка салона. Сейчас покажу аукционный лист. Такой красивый светлый салон. Комбинированный. Штатная документация. Так, аукционный лист. 4,5 балла. А салон. Номер кузова. Сверяйте, проверяйте. Все бьется. В статистике есть. Автомобиль честный. 25600 километров. 16-й год. Честный, аукционный, красивый автомобиль. Данный автомобиль продается. Подробная информация по телефону, указанному в шапке профиля.